Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в игру под названием Warframe. Так, блин, кузнецы. Так, чё? Чертёж, шифр, секача? Такс. Можно... Как забрать? Я хочу забрать. Подожди. Всем приближается армада секачей. Не в следующие предметы будут... были добавлены. А, уже добавлены. Подожди, я правильно понимаю? То есть она у меня уже есть. А, я когда-нибудь в этой игре разберусь. Ага, ага. Это у нас... Не, по-моему, не забрал. Секач. Подожди. Кто помнит, где оно находится? Так где почта? Так, ладно, оно у меня типа есть, поэтому давайте по миссиям погнали так. Блин, раз полгода запускаю. Хрена понять не могу. Так, что у нас есть? А, вот она, армада сикачей. Убийство корпуса отряда 6. Сикачи, это ж боссы, что ли? Так, Юпитеру. По-моему, я что-то типа Юпитера открывал. Ага, так, узел Сатурна. 30-35. Это мне сдохну. Как понять, что я что-то выполнил? К Марсу. Ну, походу, это все выполнено. Ну да, вот синим типа не выполнено. Давай посмотрим, что это. Недоступно требуется квест НАТО. Что за квест НАТО? Ладно. Возможно, Сатурн надо открывать. Сейчас посмотрим. Что за? Так, завершите квест новой загадки и пройдите локацию Бал на спутнике Европа. Квест новой загадки. А что, издалека не могли сказать, чего не хватает? Или там говорили? Так, Бал на спутнике Европа. Короче, улетает полгода. Андрей, не винуйся, ты типа токсичишь на меня, так что... Андрей, теперь я вижу на тебя все. Европа. Европа. Это тут. Да. Ау! Слушай, серьезно. Да, погнали. Ты что, Андрей, я не знаю, что ты будешь делать, но типа убегать из Дискорда, это класс. Типа ничего не сказав. Фракция корпус обороны. Подожди, М-оборона это мобильная оборона. Это нужно будет таскать какую-то дребедень. Да. Ага. Я даже помню, что это. Земля лока. Тут... Не понял, так. Андрей, успокойся уже. Ну, Андрей, типа, ты... Про бан говори только проверенным людям, которые уже давно на канале, и просто так они не уйдут, хорошо? Они всем в подряд. Алло. Алло,
Алло! Алло, чё? Ничего. Хватит ебать мозг, давай играть. Андрей, я не буду ебать мозг. Ты не еби людям мозг. Шо? Макс, отъебись, а, я ему нихуя плохого не сказал. Если он решил психануть перед того, чтобы психануть, я... Андрей, я на всякий случай. Типа, мало ли какая ситуация будет. Без банов, пожалуйста. Чувак сейчас... ничего такого не сделал, не упоминай бан, хорошо? Так, мы да он может узнать, что я агрюсь. Андрей, я на тебя не агрюсь, я нормально пытаюсь с тобой это разрешить. Я не про тебя, а про него. Ну ты понимаешь, типа, как звучала твоя фраза? Андрей, просто скажи, что понял. Ты не добьешься от меня этой фразы. Ну, типа... Ну, Андрей, если еще раз мне не понравится то, что бан стул просто так, ну... Ну, бань меня, так что проблема. Я тебя лишаю модераторства. Не, давай так, либо бан, либо... Нет, я лишаю тебя модераторства. Не-не, именно бан. Я потому что, если ты это сделаешь, это, я сделаю так, чтобы ты меня забанишь. Вот видишь, ты угрожаешь. Начну быть гифт в чат писать. На букву П, нехорошие. Типа, пармезан. Знаешь слово пармезан? Тим. Тут, блин, Андрей, я вот всегда пытаюсь не токсичить и нормально делать. А вот получай тебя вот это. Че? Максим, это тебе так кажется. Ну, я говорю, давай, типа, вот, я уважаю мнение Александра. Спроси у Александра, вот, как все это выглядит. Если он мне скажет, что да, это так, Макс, ты токсичишь, я успокоюсь. Я спросил у Жени. Ну, в этом плане Женя, типа, не показать. То есть, как минимум, три человека, которые говорят, что ты токсичишь, это не показатель, да? А я третий. Игорь. А? Игорь. Игорь о другом говорит, что я токсичу. Я там по-другому на Игоря токсичу. Ты можешь начинать необоснованно токсичные люди. Так что не надо пытаться... Ну, хорошо, ты... Я не спорю, что я тоже токсичу. Я этого не отрицаю. Что я могу так... Это ты себе пытаешься пустить. Я не хочу токсичить. Я стараюсь на людей не токсичить. Конечно. Куда идем? Не токсичный ты, блядь, ну. Не матерись. Я пытаюсь квест закончить. Чё? Окей, блядь, не буду. Обещаю, блядь. Андрей, ты опять начинаешь? У меня всего лишь нормальная просьба. Макс, я триггерюсь на твои просьбы. Ты сам это знаешь, так что не надо их делать. То есть, если ты меня о чём-то попросишь, я могу тебя послать, да? В смысле, если ты меня о чем-то нормальном против, я тебе помогу. Я тебе помогу. Я это о чем-то нормально. Я буду материться. Я это делаю не часто, так что не надо. Ну ладно, нет, я про бан к людям, которые ничего такого не сделали, чтобы не упоминалось фразы это. Не, ну он был такой злой и раздраженный. Я ему просто в шутку говорю, что я не только любопытный, но и банить умею. Это не подразумевает, что я буду его сразу банить. Это можно было так ассоциировать. Макс, я слово пармезан могу ассоциировать, что ты хочешь наслушать мне его в жопу. Но это же не значит, что его, блядь, должен так ассоциировать. Не, ну... Типа... Любую фразу можно воспринять как оскорбление, Максим. Ну? Так это вот я и говорю, типа, направленная негативная фраза. Если бы ты вот в плане того, что пытался узнать бы у него, типа, его имя, и он бы на тебя сагрился, я тут полностью согласен был бы с тобой. Но проблема в том, то, что типа, вот это скажу, про бан. Здорово, Силдер! Здорово, здорово! Может, у Сидора спросим? Кто спросит? По поводу того, является ли бан негативным словом. Так он сам написал, что это нормальная фраза, я же не уже... блин, чё.
Так, Андрей, если что, я не наезжал, я только прошу, типа, новичков, знаешь, это, типа, как рыбалка, такой, типа, чувак сидит, а мы такие, типа, ну мы нормальные, а потом потихоньку таксичек может начинать. Потихоньку! Через пару недель. Вот, а потом через полгода можешь слово бан вставлять. И типа ты подсек его. Или ты не любитель рыбалки, Андрей? М? Чё? Чё нет? Бан — это закон? Ну, может быть, это и закон. Просто, типа, я на будущее пытаюсь все вот это вот разобрать. Там я был на стороне Андрея, но это уже третий раз случилось, серьезно. Когда необоснованно было про бан. Андрей, хочешь извинить перед тобой? Поговори с Женей, Женя расскажет тебе, как можно положить деньги. Женя знает, как это делает. Я тебе уже говорю, я тебе игру куплю, но вот сейчас нынче типа дела не очень хорошо идут, по крайней мере, когда зарплату повысит. А я тебя прошу сейчас игру, я тебя прошу. Ну, ты мне на днях просил ее. Да, потому что я хотел поиграть в Дюну. Я не знаю, я посмотрел обзор, но не... чуть-чуть мне понравилось. Я посмотрел геймплей, да, согласен, как-то, ну, за тысячу, как-то не за тысячу рублей. Ну не, за тысячу, с нынешними ценами за 1000 рублей. Все-таки там не, какой-то баланс вроде присутствует. И... Я бы сказал бы рублей 600. Ну нет, Андрей, сейчас типа меньше чем за 1000, я не думаю, что игры будут продавать. Будут, продают. Вот вышла игра Terraformer за 400 рублей. Нормальная игра, не хуже Дюны. Да, я Ноиту взял, если что. Молодец. Сегодня 50% скидон был. Молодец, а я купил скинчики на Дикрок. Кого? А, скинчики. Хватит. Меня наебали, они на у меня опять прическа Tokyo Hotel и усидители. Чего? Так, пока не кинешь пруф в Дискорд, мы не поверим. Пруф в Дискорд? Он, короче, сейчас берет верхнюю часть, типа этого, солиста Tokyo Hotel делает и нижнюю Гитлера, да? Макс, я вас попросил бы пруф в Директ, но, к сожалению, в России Инстаграм заблокирован, так что и у меня его нету, к тому же. Зачем ты тогда в Директ просил? Я бы попросил. Если бы не... Не понял, короче, ну ладно. Посмотри, там тебе какие миссии нужны, может тебе надо с кем-то поговорить опять в непонятном месте. Да, ищем. Максим, тебе, кстати, нужно это завести это специальную это беседу, типа сиськи в Директ назвать ее. Как? В этой, в Дискорде. Ты у вас там так-то арчихи, блин. Зови меня. Сейчас, секунду. Ты в Дискорд кинул твой максимум? Твой максимум фотошопа? А он просто скинул фотку солиста таких хотел. Ну это его максимум, типа этого. Фотошопа. Фотошопа, да. В смысле, а разве это не парень? Это парень, как выглядит как девочка, то есть как я. Не-не-не, кидай свою фотку или бан. Все. Опять это с баном. Фото или бан? Андрей, спокойно. Че, я сейчас над Давидом сидел и издевался. В плане. Ну, в плане того, что я же на него подписался, я пишу, хоть ты меня каждый день банишь, ну ладно, так и быть, подпишусь. Он такой, в смысле, я тебя один раз мут на час кинул, ты чё? Давай и еще там... раз зови меня. И там подключились люди, такие, да-да, и у меня постоянно болит, и меня постоянно болит. Вот у кого-то хотя бы люди на стримах сидят. Ко мне приходят и такие, типа, и уходят. Андрей, позови меня еще раз. Макс, иди сюда.
В игре. Не тяни время. Я не могу, это офлайновая миссия, сказали. Кто сказал? Игра сказала, Максим. Ты что ж такое, я же тебе говорю правильно. Ну, давай. Тогда тебе придется комментировать. А, я, кстати, тоже тогда миссию могу пройти. Макс! Че? Зайди в Дискорд сейчас. А я где? Ну это, сейчас. Я тебе это, сейчас, секунду. На, ты можешь стримить мой стрим. Че за несвич? Давай, ну быстро начал. Нет. Пёс. Волосы, да. Чё волосы? Что волосы? Я тогда тоже миссию выполнил. Я выполню целую миссию. Я вот, кстати, просто вот гляжу, как это вот переведено на самом деле, вот второй сезон Дипрок. Перевели они его как-то очень странно на русский. Понял. Типа, не перевели? Нет, есть кинчик, у него есть описание на английском, название на русском, название на английском, описание на русском. Ну, не полностью перевели. Ну, я думаю, они это переведут, но просто, Макс, это 6 датчан, может, у них просто запары сейчас. Ну, я без понятия, типа, тем более, с русским языком определенные моменты есть. Макс, ну зачем заявлять, что DLC с русским, то есть не DLC это называется. Ну да, DLC со скинчиками на русском, поддерживают русский язык, если там нет русского языка. Логично? Слушай, типа, я тебе ничего не смогу ответить. Я хз. Я к тому, что просто не указывает русский язык, логично? Ну да. Наверное, я не понял, где не указывает русский язык? А? Где не указывают русский язык? В играх. Типа, можно сделать русский язык, но не указывать его? На, не, говорю, у них в дополнении указано, что есть русский язык, что он поддерживает игру. А? Ну, русский, ну, скинчики на английском. Так, ну, я предполагаю, что, ну, скорее всего, просто они... И глядя, что они криво у них это все, скорее всего, они просто не доперевели. Ну, наверное, криво перевели, может, с командой разработчиков что-то. Может, Андрей, я пожелаю неудачи, может, как собеседование. Может, с переводчиками какие-то проблемы, ну, что тоже вполне себе может быть сейчас. Ну, да. Учитывая, что, как я понимаю, у них переводчики тупо добровольцы. Ну вот, я... А я про чё? Так, ты просто ждёшь, когда исправишь. Чё, у тебя большая миссия? Не знаю. Ты я вообще не запустил, знаю, что ли? Я не знаю, у меня какая-то хуйня справа горела, где обычно показывают, что ты со мной. Я тут нажал, я закинул какую-то миссию. Тебя кто-то позвал? Нет, я один. Я же говорю, это соло миссия, мне сказали. Я просто вот эту фразу мне сказали, не понимаю. Ну мне, я попытался тебе позвать, мне игра сказала, это соло миссия. А. Разряжай, ёпта! Что мне не нравится в Дипроке, они делают максимально ублюдскую ветку прокачки. В плане? Ну, в плане, Максим, если ты играешь только за Ганнера, то ты согласись, ты откроешь в первую очередь скинчики Ганнера, и тебе, в принципе, остальные нахуй не... Слушай, мне кажется, они специально тебя заставляют, типа, не играть за Ганнера. Ну, не только за него играть, то есть, поэтому ты открываешь не за Ганнера вещи. Ну да, да. То есть, это интересная тема, но вполне... Может существовать. Ну ты бронированный пот. Ну разлетелись я-то. Мне надо не мыться еще 2 недели. Чё? Для чего? Что за жесть? Силдар? Это тебе кто-то личный квест дал? Типа, да, личный квест. А
А че? А, мне... или такие, чтобы такие волосы сделать, тебе 2 недели надо быть. Мне друг рассказывал, что у него коллега на работе, где с кем-то поспорил, и 2 недели не брился, то есть 2 месяца не брился. Угу, и? Ну ему бабки за это отдали. А бриться только, а стричь бороду можно? Макс, нельзя. Бриться, а слово бритва. Марик, ты не тебе об этом говоришь, если оно не растет, ничего наебали. Нет, почему? У меня козлиная бородка, как у Зиди Топа, растет, и усики, которые пропуск мужские трусики. Поэтому я трусы не ношу. А то, типа, не смогу устоять перед парнями с усами. Майндгейм. Чё, ты все еще выполняешь свою? Или у тебя уже на выход можно? Так, сейчас я тебя позову. Пес. Сам ты пес. Завязывай с псами и псинами. Не в мое направление. А, ну да, я ж дабл, ты же больше не пес. Я Макс. Великий непобедимый. Ты теперь псина. Андрей. Как, Макс, вопрос тебе, а как думаешь, вот какое следующее повышение после слова псина? Вот пес, псина, что дальше? Андрей. Не, ну просто твое мнение. Как думаешь? Псарня. Как? Псарня. А, псарь, во, псарь. Во, как царь, только псарь. Псарин. Запускай! Андреем, давай, когда понадобится помощь модератора, мы будем кричать. Типа, выпустите Андрея! Не! Выпускайте Андрякина! Андрякина. Только Кракен, а только Андрякин. Я так и подумал, но подумал, что Андрякин странно звучит. Да. Запускай миссию. Никакая хуйня. Шавка это где по иерархии? Шавка это параллельно, то есть когда ты не в физ-силу качаешься, а в веру. Это кто там, Силдр? Ну да, Силдр Баршак. Ну ты знаешь, как в покемонах есть, типа, вот несколько вариантов развития, а не только прямой. Не, пёс это пёс, псина это боец ближнего боя, а шавка это лучник. Ну, ловкий, не лучник, это скорее... Не, это с верой, чувак. Не, шавка это рога, я бы сказал. А, да, рога, да. Тогда ты там мистику запускаешь, или мне надо согласиться? Не, подожди, я думаю, мне таксон, мне нужен таксон, как я понимаю. Таксон это робот, его надо скрафтить. Будет летать рядом с тобой и таксовать. Да, мне для этого нужен какой-то нейроды. Мне нужен какой-то один штука нейроды. Где мне достать один штука нейроды? Сейчас, подожди. Я сейчас, Макс, я сейчас это... потому что меня дальше не пускать, потому что мне нужен этот таксон. Я понял. Для таксона мне нужен нейроды. Тебе еще его скрафтить придется. Да, я знаю, но... Нейроды, где фармить? Так, смотрим, что у тебя Макс, есть. Макс, давай ты меня позовешь. Зачем? Ну, чтобы ты запускал миссию, какую фармить надо. Уйди. Как тебя выгнать? Кыш. Нейроды. Редкий ресурс, который можно найти на миссиях Земли, Ириды, Луая на Деймосе. Запускай Землю что-нибудь. Угу. Ну, поехали вот сюда. А, подожди, а у тебя есть Деймос? Так, сейчас, секунду. Оборона Деймоса. А это где? Ну, Деймос это вроде спутник. Не помню чего, Марса вроде. Сейчас, подожди. Не, я не могу к Марсу. Не можешь к Марсу? Ну я сейчас... А, ну да, Деймос возле Марса. А я смогу тебя туда? Ну попробуй ты. У меня Деймос не открыт. Так, диверсия, зачистка, захват. О, а, блин, надо сейчас поставить... Надо составить это, Макс, это древо прокачки. Давай земля оборона, короче, какая-нибудь. Типа самая высокоуровневая, которая есть. Базово щенок, наверное, это первый уровень прокачки. Давай на сова. Не, это кова. Ну, короче, сова.
На сову. Там 15% шанс выпадения ресурсов. Вот, идем к сове. Сова, открывай, Андрей пришел. Открывай. Загляни, Макс, давай, древо прокачки. Первый уровень это щенок, я думаю, да? Щенок. Или пёсик. Не, щенок, щенок. Потом пёсик. Щенок. И дальше древо разветвляется. Пёсик это идет милишник. И дворняж. Пёсик, пёс, псина, царь. Это вот всё рукопашно. Я бы рассказал бы, скорее всего, тяжелое оружие. Ну, дуручное. Не знаю, мне кажется, не тяжелое. Щит-меч? Щит? Не, даже не там. Щит-меч — это дворняга. Нет, дворняга — это рога. Ну, псина — это щит-меч. Не, псина — это как раз двуручный, тяжелый, да. Да. Вот псина. А так. А че? А че, что-то танковое? Не знаю. Пес, а наверное. Макс, как оружие менять? На F? Да. Типа респект. Так. Ну я не знаю, типа. Умудряйся прочитать, когда тебе выпадет. Я просто не знаю, тут вообще как выпадает. Кобель. Не, кобель — это бард, наверное. Ну как, не, не наверное, а точно бард. Я не буду слово на S говорить, но вы его поняли. А слово на S — это какой класс? Слово на S. Самка собаки. Самка собаки. Самка собаки — это что-то типа темного мага. Не, я думаю, это скорее хиллер. Кто? Хиллер. Хиллер? Самка собаки хиллер? Да. Допустим. S, ну. Да, точно, Максим, звучит. Веди. Сука, хиль меня, сука, блядь, хиль. Андрей, не используй. Это более оскорбительное слово. Сука, это, Макс, сука, это буквально название самки собаки. Это не оскорбление. Не знаю, Твичу это потом объясняй с моим баном. Это то же самое, что ты скажешь, что гусыня — это оскорбление. Как? Гусыня. Гусыня? Ну понимаешь, типа гусыни не используют как что-то плохое. Короче, Максим, я буду называть тебе початок, подразумевая слово на букву П. Все, ты початок. Хорошо, ты початок. Початок, ты початок и так на букву П. Поэтому под П ты подразумеваешь початок. Под П я подразумеваю пирожок. Угу. Патиссон, блин. Макс, поскольку ты завтра играл, вчера играл в Dragon Age, а стоп, ты идешь на баскетбол в этой неделе? Ну, зал у нас больше не забронирован, так что если пойду, я не знаю когда. А то есть в этот четверг баскетбола не будет? Скорее всего. Ой, тогда это четверг время Якут, а завтра пошли втроем в Ryzen. Кстати, Трайн. Кого? Я думаю, какой Ryzen? Это же не коопная. Трайзен. Ну давай, типа, да, теперь можно. Я там немного в братков сыграю или вной, это и пойдем. А, блин, подожди, четверг — это пятое? Андрей, давай в пятый. А что в пятом? Каузгейт выйдет. А. Ладно, все, забей. Я в пятого уеду к родителям копать. Блин, ну давай посмотрим. Я просто, так как эта игра по предзаказу, я думаю, с Elden Ring'ом не получилось. Ну да, Макс. Играй, все норм. Не переживай, все норм, играй. Блин. Успокойся, я завтра в Дикроке позадрочу. Да? Блин. Давай завтра я Якуду поиграю, а втроем где-то часа три. Порубаем. А, или Жеки начну, или... Да, Макс, нормально, Макс, играй, нормально, все норм. Я же не токсичная мразь, как ты, я добрый.
Когда я на тебя опять токсичу, ты содрал уже? Ну ты сейчас токсичек, токсичная мразь. Так, я сейчас просто пошутил, а вот ты начинаешь агрить. Не знаю, я агрюсь на все. Нельзя мне агрить. Говорю, типа, четверг мне неудачное решение. Можно в среду немного? Мак, да играй ты нормально, все, успокойся. А ты приходи на Хаус Гейт. Не приду. Почему? Может там гвардовцы будут, и мы будем их спасать. А я в честь тебя назову, типа... Макс! Я, конечно, в лоре Вархаммера разбираюсь херово, но я знаю, как серые рыцари обычно кого-то спасают. Блин. Я думал, типа, не догадаешься. Через таб смотри тебе, когда выпадет что-то нужное, типа, ты не заканчивай. Что, Максим? Через таб смотри, какие тебе резко выпадали. И скажешь, если выпало нужно. А что мне нужно? Ну я, знаете, нейроны что-то там нужно было помнить. А, но его еще не выпало. Типа, ты же должен был запомнить. Ты уверен, что оно тебе нужно было? Макс. Чё? Я же правильно понимаю, что даже около политической темы лучше не затрагивать? Да. Я просто, не, это, как говорится, именно прямо этого, это то, что я, то, что сейчас, ты понимаешь, что я имею в виду, это там затрагивается именно только по касательно. Ну я, давай, да, ты прохлушай, ну, просто, как бы... От греха. Я, да, от греха подальше, а то я что-нибудь сказану, и такая правительство Чехии. Типа, давай битву. Так я, open up, блин! Opportunity for extract. Дря-ряши! Чё, ты как, болтер успел качать? Ну как вообще? Да прикольная хуйня. Да? Ну, а типа автомат с тяжелыми боеприпасами. Возможно. Когда тут Давидом ты играть будешь, Макс? Ну ты вернулся, надо тебе решить когда. А когда? Ну гляди, 7 числа я буду пахать. Буквально. А 7 это чё? Это суббота. Ага. 8 или 9 я, по идее, буду пьянствовать. Угу. Я не знаю, когда конкретно, но это с другом согласовано. Так, ну у вас там рабочие дни, да, будут? Давай, типа, по одну якудзу на среду туда отменить. Что, Максим? В следующую среду можно будет якудзу отменить. А почему не в понедельник? Или во ты вторник? На работе будешь. А ты во сколько, он тебе предложил играть? А, подожди. А я не знаю. Ну, мне как бы во вторник рано утром вставать так-то. Четверг-то мне не надо рано утром вставать. Играть в понедельник, грубо говоря, с 8 до 11. Ладно. Я спрошу. Нет, ты пока не спрашивай, подожди, да я окончательно. Я тебе ты мне точно скажи, когда у тебя что там. Типа, у меня там хоть праздник, хоть что. Не важно. Ну, то есть, во-первых, у нас... Вообще-то классно, у нас праздники выпали, типа, на 8 и 1 число. Чеки, если что, типа, этого 8-го праздника. Я победы. Знаю, потому что... Ну и вот, типа, но тут не принято обычно на такие праздники это в понедельник проводить. То есть, грубо говоря, в воскресенье, в которое и так никто не работает, праздник. И мне кажется, что моя фирма меня кинет с тем, что я работал в празднике. И мне зачитают просто, ну, типа, это не праздник, а выходной. То есть, грубо говоря, за праздник я получаю 100% отбавку, а за выходной, по-моему, 15%.
А так, это прилично денег. А, вопрос, чё? Ты ничего не хочешь купить коопного? А, кстати, да, а зачем ты Нойте купил? Или, да, или твой друг тебя закрыл к своим играм? Да не то, что закрыл. Короче, в последнее время он играет в игры, и с ним сложно договориться. А? Но он играет в игры, и с ним сложно договориться. Так что я решил взять. Ну, тем более я покупаю игры, которые мне понравились. Ну ладно, знаете, я попробую, может, Нойте. Нет, блин, 200 рублей стоил. Не, я не буду. Макс, я не хочу только 200 рублей. Это целый... Я имею в виду, я купил, потому что она 200 рублей стоила. Макс, 200 рублей это целый это скин-пак на дипром. Что тебе я важнее, скин-пак на дипром или поддержать создателей Нойте? Скин-пак на дипром. Ооо, капиталист. Как пролистать вниз? Да ёп! Хотите нападать, чем? Я грибёте! Смотри, посмотрите, я выпал, что надо. Я не знаю, как пролистать вниз. Я тоже. Силдард! А чё с Силдран? Ну, он может посмотреть. Ладно, что-то другое. Сделаю вот так вот. Что это? Чё? О, прикинь, Андрей, есть сильная атака на среднюю кнопку мыши. Кого? Как в Warframe, вот когда ты тап нажимаешь, типа пролистать, вот видишь, ползунок есть. Как его пролистать? Можешь глянуть, если тебе не сложно. О, слушай, прикинь, как я почти красиво сделал. А? Так, а тут тебя знать, да посмотри, я тебе говорю, просто мы отвлечься не можем. 8 числа я резко потолстею, как я понимаю. 8 числа ты чё? Резко потолстею. А до этого ты был худой. Что это такое? Ну, во время миссии с нажатым тапом как прокрутить ползунок? Я не знаю, как это по-русски называется. Я даже по-английски не верю, как это называется. Пошли! Как это называется? Никто не знает. Завтра Якудза опять буду не выходить. Макс, ну я не понимаю, Якудза хорошая игра, чем я играть? Знаю, что это хорошая, но там диалоги какие-то. Не знаю, медленные что ли, что-то типа этого. Ну, у меня да, в какой-то момент начинает рубать. Ну может быть, нет, там обычно. Да я не знаю, что-то как-то. Мне нравится игра, серьезно. И вот у меня было это в начале Якудза Зиро, там, ну там очень долгие, типа, эти разборки между бандами. Начальные они не крутые были. Там что-то какие-то разговоры про политику бандитов, в которой меня рубить начало. А тут, когда с чуваком я по поводу раков разговаривали, лобстер, там что-то типа это. И вот что ты там рассказывает? Так это еще конец моей недели, грубо говоря, рабочий. Да понятно. И... Что ты уже заебанный. Испорт. Да, я заебанный, и что-то сижу, и меня просто начинает убить. Какой-то момент отходит. Нет, этот хрен. Че ты тут бьешь? Десятая волна. Вы кого-то не убили? А-а-а.
Слышь, пошли все нахрен! Блин, я после типа этого ремонта постоянно пытаюсь типа через правую кнопку только стрелять. Я после дипрока пытаюсь все время fire нажать. Это было во что-то недавно играли. А, не-не-не, в том самом дипроке я по базе бегаю и постоянно пытаюсь нажать кнопку fly. Я просто на автомате. Пошли! Я что-то захотел, кстати, пересмотреть какое-то аниме, но я уже забыл какое. Гинтаму? Нет. Макс, чтобы пересмотреть Гинтаму, я должен ее посмотреть сначала по-нормальному. Давай еще одну это и уходим. Okay. Да блин. Чё тут нажать можно? Блин, я вообще хз. О чем аниме? О чем аниме? О чем? Там сколько уже серий твоих шпионов, слушай? А? О чем? Ой, блин, сколько серий твоих шпионов, слушай? Без понятия. Посмотри это выдающихся зверей. Не хочу. Если тебе не нравится Фури? Фури враг народа, Максим. Не, она реально хорош. Только каждую серию тебе кажется, что ты Фури в порно смотришь, но типа аниме все равно хорош. Если я захочу посмотреть аниме, от которого мне будет казаться, что я смотрю порно, я посмотрю рецензентов. Так что, не, ну просто реально хорошее аниме, блин. Ну аниме-то хорошее! Чё кушал сегодня, Андрей? В рецензентах Фури есть. Чё кушал, говорю, сегодня? А кто не... А чего, блядь, нету в рецензентах? Они, по-моему, там только столы не трахали. Будут. Подожди, а мимиков они не трахали? Ну, насчет мимиков не уверен, но они точно трахали голема. Но это не мимик. Что там за хрень? Я бронирую. Кстати, Максим, если я стратежку купил пошаговую, вроде забавная. Заходишь, поиграй. Какая? Ну погляди в активности, что я последнее там купил. Тут этот будут в эпике Terraforming Mars раздавать, там вроде мультиплеер, говорят, прикольно. Ну оно по носолке типа сделано. Ну да. Это также можно поиграть в таблтопе в нее. Три раза? Ну, в таблтопе долго, а побыстрее и плюс анимешки. Анимешки! Блин, аниме-версию можно? Ты типа там с этими скажи... с тараканами из Terraforming. Ты так не сказал, он все хотел поиграть в Terraforming Mars. Серьезно? О. Окей. Я сейчас без шутки. Не, я что, скажу. Только я удавлюсь потом ждать. Кого удавить? Куда играть будем? Я не буду с вами играть, по моему. Почему? Не хочу. А почему не хочешь? Ну, мне это не выгодно, я не хочу в это играть. Чё? Как тебе это не выгодно? Ну, эта игра мне не нравится, я не хочу в это играть. А! Так сказал бы, что тебе игра не нравится, блин, мне это невыгодно. А, как ты должен ее понять? Я хочу поиграть в Terraforming Mars. Ну. Я просто заикнусь об этом в чатике клуба настольщиков, в котором я состою. То есть ты не хочешь с нами играть, да? Своими друзьями. То есть ты считаешь, что я могу назвать человеком, то есть другом человека, который. В споре левым, с левым челом станет на сторону левого чела.
Так, Андрей, для начала, давай ты не будешь придумывать. У тебя завтра будет то, что, типа, в нашем споре я приехал и тебе, блин, там с ноги заехал. Нет, ты приехал. Какой момент? Я тебе говорю, что это уже третий раз, когда это происходит. И, типа, некоторые люди агрятся на слоубан. Макс! Чё? Подними. Ты где? Я недалеко. Чё? Было на самом деле так, ты приехал ко мне и лицемерно, как мразь, купил все скинчики на Deep Rock, как я не мог купить. Нет. Именно так и было. Ну, вот. С тем чуваком, кстати, я не мог бы договориться, с тобой бы мог. Я начал с тобой именно договариваться. А его, когда там про имя было, я попросил быть спокойным. Заметь, я вначале его попросил быть спокойным. Ну, просто мне вот этот момент не нравится, то, что есть некоторые люди с душевным спокойствием, которых могут быть какие-то вот там с банами странные темы. Я понимаю, если бы я его мут бодал на секунду, на несколько секунд, и он бы обиделся. Ну, все равно звучал как урод. Так, где это говно? Оно где-то внизу бегает. Ну, я его вижу, Максим. На я себя посмотри. Вижу, я бегу за ним. Оно стреляет из автомата, оно рубит молотом. Вот видишь, токсичишь опять. Нет. Че нет, если да? Мистер Токсик. Фу, токсичный. Мистер Батимен. Че? Можно тут пить и попробуй. Мистер Батимен. Это песня есть такая. Какая? Угадай, какая группа ее поет? Самая плохая. Ты охуел? Откуда я знаю, блин? Я даже не услышу, что ты спел. Мистер Батимен. А? Не, все равно не понял. Ты догадайся, что за группа эту песню поет? Рок-нога Waffles. Нет. Знаешь, что значит нет, если да? Ты же знаешь, что я слушаю только одну группу послушаю. Ну, ага, конечно, одну. Одну. И кто поверит? Одну. Что? Андрей, видел у меня рок у Warframe? Я как-то умудрился одного врага убить, что его часть была на этом рогу. Так что у меня его член был. Я умер. Я понял. Я упал. Меня не убьют, блин. Кстати, а Филдер еще тут или он уже... Да вроде тут. Какая волна? Ой, блин, 13-й, блин. Мне кажется, мы не справимся. Макс, тащи! Так, Макс, продолжай вспоминать то аниме, которое я хочу пересмотреть. Ты продолжаешь вспоминать? Теперь ты продолжаешь вспоминать, да? Я когда как буду продолжать вспоминать? Это мое любимое аниме, одно из моих любимых аниме. Гинтама. Я сказал любимый. Гинтама. Макс, не путай мои любимые и твои любимые. Не-не, теперь это твои любимые. У тебя хуй в жопе и у меня хуй в жопе. Ша, Силдер! Достань хуи свои жопы. Макс, ты не знаешь этот анекдот? Нет. Серьезно? Нет. Рассказать? Ну, сильно матер. Нет. Ну вот кроме этой фразы, как раз то, что сказал Силдер, но матер там больше нету. Давай. Только ну, хэ заменяй ты... на хэ. Подходит петь к Василию Ивановичу и спрашивает: Василий Иванович, а что такое нюанс? Вот, он говорит: Петька, раздевайся, становись раком. Тут раздевается, становись раком. Ну и Василий Иванович, он сам понимает, какой процесс он совершает.
вставляет ему хуй в жопу. И говорит, и вот берите, у меня хуй в жопе и у тебя хуй в жопе. Но есть один нюанс. Боже. Сейчас, старая сука, да. Андрей, как ни странно, этот молоток типа тут спасает. Может, я вспомню, скажи. Так, в чем смысл твоего аниме, Андрей? Ну оно хорошее, оно классное. Тогда я точно Гинтама. Я смотрел давно, я его уже начал подзабывать. Нет, это не Пираты Черной Лагуны, хотя их тоже нужно пересмотреть. А ты название-то знаешь, жанр хотя бы назови. Вот, блядь, Макс, ты его кучу людей не помнишь. Я помню, что я хотел его пересмотреть. Да как, Жоржа ты хотел пересмотреть? Нет, не Жоржа. One Punch Man. Давай так, Максим, я точно называл тебе это аниме. Ты точно назвал мне это аниме? Про девочек на танке? Нет, я его не хочу больше смотреть. После того, как я узнал, что они в конце умрут, мне грустник. Рецензентов или как она там? Ну да, Ватворда нет. Рецензентов надо посмотреть, но... Макс, это не мое любимое аниме, это просто забавное аниме. На Нидзуку ты хочешь присмотреть? Я не смотрел на Нидзуку. Посмотри. Может быть. Вот. Понимаешь, ты настолько не смотрел на Нидзуку, что смотрел это твое любимое аниме, но ты про него забыл. А? А? Как я, а? Как ты с хуем, согласен. Не, как ты с хуем, но типа... Фрегар 29. Давайте так, это скорее всего аниме попсово. Ну, в смысле, известно. Евангелион? Блять, Макс. Конечно, я когда-нибудь... Андрей, меня уронили. Макс, я когда-нибудь преисполнюсь настолько, что ли... Я воскресаю там. Я когда-нибудь преисполнюсь, что пересмотрю, посмотрю весь Евангелион вместе с ребилдами. Ну это можно... точно будет не раньше моей пенсии. Блин, как это говно, которое не дохнет. Я тоже хочу посмотреть, но не весь Евангелион, ну, типа, ребилды просто смотри, потому что они сами по себе. То есть их и надо смотреть. Давай, когда вот сядем на мое день рождения, возьмем с тобой пиво и будем смотреть весь Евангелион. Ну, приезжай. С меня пиво. Не, ну, ну как я с Сашей смотрел, синхронно в смысле. Он, да мне лучше валим, стримить. А? Так, валим. Мне лучше стримить. То есть ты ради друга на его день рождения не посмотришь с ним Евангелион? Не, я могу в Дискорде стримить. Не, Макс, вроде не выпало то хуйни мне. Ну да, мне тоже что-то какая-то фиганда выпала. Не, выпал Ферит, Рубеда, Ампула Диетонита какая-то, Кредиты, Эндо. Сейчас, подожди. Так, ну тебя туда не пускают. Так, часто выпадает на обороте Деймос. Это было с большим шансом. Выпадает на миссиях Эриды, например, выживание. Че за Ирида? Я сейчас придумал все. Окей? Окей, окей, Ирида. Кто дадзю? О, Ирида. Ирида. На Ириде меня нет. Диверсия.
Ну, можно попытаться туда, типа, ломануться, посмотреть. Эту фразу я сказал из-за слов Макса. Может, я вспомню, какую. Есть один нюанс? Силдар, о какой фразе речь? А. Понятно, идея. Укротители волн. Так, где там созданное? В процессе, так, эфирные кинжалы. Где? Как посмотреть снаряжением? Так, экипировка. Инвентарь, все предметы. А, ну. А, у меня есть амфис нулевой, кронус нулевой. А, давай амфис. В смысле? Экипировать, так, улучшить. Чё, сколько у тебя там, вестимость 6 из 6? Ты меня слышишь, пёс? Сам ты пёс. Я кота-пёс. Ты просто пёс. Так, это точно не Хельсинг. Рубаки? Не смотрел. Че там, тетрадка смерти? Смотрел, но смотрел чуть-чуть, но смотреть не хочу. Ну, а сколько серий там? Ну, она не сильно длинная. Это не One Piece какой-нибудь или Наруто. Ну, в смысле, серии 24 в сезоне. Что-то такое максимум. Серии 24. Так. Бля. Мало. Сказать тебе шутку? Шутку? Да. Знаю, Андрея, какая бы там могла быть шутка. Давай. То русскому хорошо, то немцу гуд. Зергут. Да, ты фантастиш. Я. Теперь какая-то палка. Так, давай попробуем по моим миссиям, которые он там, он на Деймосе. Ну давай тогда, ливни, позови меня. В смысле, я ж тоже могу запустить вроде. Вот. А как мне нажать согласен? А, никак, понятно. В жопе слова не давали, понятно. Мне так надо. А, что ты думал? Вот, и там оборону вроде можно на демосе открыть, только аккуратнее выйдет, повыше моя лава. Оборона! Да. Демос раскирач. Чё? Тебе понравился этот мемчик, кстати? Ну, нормально. Алло? Алло? Да, чё? Я случайно, вместо того, чтобы закончить стрим, я просто... You are here to cut off their access and stop them from coming back. Я вчера кидал этот мемчик про киллер-криганцев в Вальхальце. Я понял, типа, одни в окопах, вторые, типа, не в окопах, в чем-то другом. Не в Вальхальце вообще особо является специалистом по обороне? Же любая полк, почти любой полк гвардии является специалистом по обороне, потому что надо засесть в жопе и, типа, фигачить с этих. Таларцы точно не спецы обороны. Кто? Таларцы. Ну, наверное, и катачанцы тоже, но... Так, что надо сделать? Тайники.
Видишь, какое странное говно, Андрей, типа, вскрывай. Может, оно будет то, что нибудь блин, посох прикольный, тема. Фига себе. А, подожди. Я понял, откуда это. А, хуй на роге, понятно. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Давай не отвлекай. Чё? Поминай аниме. Первый шаг. Не смотрел. Смотрел, мы на стримах весело посмотрели. Так я смотрел, я серии 3-4 с тобой посмотрел. В смысле? Я только помню, там только Даню с пулеметом. Подожди, не с дробовиком? А, нет, Дани с пулеметом был. Даня тащи. Даня тащи. Ну, блин, мемное же аниме. Ладно, это вопрос. Типа, оно про миленьких девочек? Нет. А, про взрослых мужиков? Скорее всего, нет. Про пацанов? Хотя, возможно. Но точно не про девочек. То есть не про девочек. Так, и это не Хелсинг, да? Не Ермунганд, точно. Примерно, насколько оно старое? Ну, нулевые самые поздние, самые ранние. Ну, давай так, не 90-е точно, скорее всего, нулевые. Что такое, знаю, алхимик? Нет. Тебе нравится алхимик? Так, Силдар, открывай аниме нулевых, да? То есть да. Это по 2010-й, а с какого? Ну, да, 2001-го, наверное. Посмотри, типа, аниме популярно на 2001 по 2010, ну, если, типа, хочешь. Только скажи нам, если не будешь смотреть. Так. Да я тут защищать надо. Сила портала. Че, нашел что-нибудь? Да, не знаю, я тут где-то врагов убиваю, собираю какие-то наноспоры. Мутаген наноспоры. Наноспоры это как я прямо какая-то типа как нанорис, только хуже, да? Это из чего нанорис растет? Темный дворецкий. О, может тебе этот понравился? Покемон Гадари? Нашел! Нашел! Наверное, нашел Нейроды, Максим! Да? Найс. Да. Я сейчас не шучу. Ну, типа, ты же говорил, что на этих миссиях это делать. Вот. Я тебе очень хорошо помог. Молодец. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Я даже так и быть сегодня тебя больше не буду называть псиной. Ты вообще никогда меня псиной не называешь. Псиной. Нет, только сегодня. Нет, всегда. Ну ладно, тогда и сегодня буду называть тебя псиной. Нет, всегда нельзя. Андрей, это оскорбление, хватит. А ты меня оскорбляйся. Я оскорбляю. Люди будут слышать и будут тоже разные оскорбления использовать и говорить, что это не оскорбление. Например? Не знаю, типа разные слова. А, какие? Разные. Например? Ну, разные. Я в какой-то портал. Я куда-то телепортировал. Наруто? Не, я не думаю, что он что-то большое. Так Бакимон Нагатари, не? А? Бакимон Нагатари? Это что такое? История чудовищ? Ты не смотрел?
Но если мне не знакомы назвали, как сам думаешь? Посмотри Гатари Сириус, прикольная тема. Куда мне идти, я заблудился? Где-то портал. Хрена ты не дохнущий. Слышь, виси. Какой опенинг ты сейчас напевал, скажи? Это из этого аниме? Нет, это из Евангелиона. Здесь я такой Евангелион покажу. Ты мне скажи, в Евангелионе рыжуха дал главному герою? Я думаю, там главному герою никто никогда вообще не даст. Пингвин, может, даст. Не, ну давай так. Главный герой — тряпка. Ну. Я поэтому и говорю, там вообще, блин, мне кажется, никто ему никогда не даст. О, портал. О, ты до портала добрал. Половину пути пройдем. О, я в портале. У меня есть посох, который называется Игрокучий лес. Я так понимаю, это Игрокучий пес. Ты надо ел уже телепортироваться! Привет, Макс. Здорово! Бей ее! Она вообще не вздыхает! А это ты! Я так понимаю, это меня бил, да? Да. Не, я стрелял по врага, потом вижу, что между врагами что-то стоит. Quick, pick up the key. You got the key. Now get back to the portal. Тикаем! Что там с Силдерн? Как там дела у Силдерна? Не знаю. Так что за ним это? То, Бакана может быть? Это что? Ну вот, короче, Гатари Сириус тебе надо будет посмотреть. Бакана — это, по-моему, про мафию чуть типа это. Ну ты тут. Так, давай еще название. Андрей не знает Бакана. Че еще? Там аниме назвал, короче. Про мангак. Бакуман? Нет, я бы сказал. Код Гиас? Нет. Я бы удивился, если бы это было бы твое любимое аниме. И оно не спортивное, да? Нет, я вообще спортивное аниме не смотрел. Первый шаг смотрел. Макс, ну, ты понял, что я сказал. Не, ну может тебе там какой-то баскетбол-курок понравился. Я не смотрел этот баскетбол-курок. Ты говоришь спортивный, не смотрел. Логично, что ты не смотрел, наверное. Блин, как тебе было? А. Это понятно. Так, Силвер, давай еще название аниме, давай. Не оно, Game No Life, тоже. Хотя это мое самое любимое аниме, но нет, не оно. Ну, типа, это про миленьких девочек, ты же сказал, не про них. А в смысле, в каком смысле, но Game of Life про миленьких девочек? Ну что там, типа, только девочки? Главный дебилой — это девочки. Чё, мне нравится главный герой, он прикольный. Главный дебилой. Блять, там они, пса гладили, ты не обращай внимание на нас, мы конченые люди. Ну... Все с вами понятно. Я до сих пор жду второй сезон. Жду. Так, начинай крафтить эту штуку и выбирай другую миссию, какая у тебя не пройдена. Погнали туда.
Чай. Джорджа, Андрей? Я же ему уже рассказали, что нет. Так вот, Геос уже говорили, Силдер. Тетрадь дружбы? Да. Нацума, что ли? Это что такое? Слушай, ну есть какой-то парень такой, ходит и... Слушай, я не смотрел. Да и первый шаг я уже говорил. Агент паранойи? Нет. Мононоке? Да есть такой чувак, он ходит с тетрадкой всех в нее вписывает. Но только почему-то на тетрадке написано Death Note, да? Да. Югио. Это что такое? Югио, это, по-моему, про карты. Там чувак с такой треугольной башкой. Так, тащи ты нас куда-нибудь. У меня все пройдено пока. Мне нужно именно вот этот таксон, чтобы он не таксовал. Сколько будет делаться? Сутки. Сутки. Hellgear. Это что такое? А, Hell, Hellgirl. А, слушай, может тебе Airgear понравилось? Это что такое? Там, короче, про ролики на моторчиках аниме. Ролики на моторчиках. Ролики на моторчиках. Интересно. А там красивые девочки на роликах? Нет, там главный дебилоид. Главный дебилоид, с ним еще 4 дебилоида и, да, и куча девочек. Это какое-то полуспортивное аниме. Не, даже его сложно спортивным назвать. Это типа экстремальное аниме. Я гляжу рисовку, мне не нравится. Airgear? А это что, Hellgear? О, может Триган? Мне не нравится. А, кстати, классно, я понял, надо посмотреть. Но не Триган. Да че ты там, блядь? Ну Триган классно, я понял. В принципе, ну, наверное, можно его назвать классным. Это джиггернаут. Блин, зерги что-то объясняют. Может. Последняя субмарина? Это что? Ну, аниме про то, как, землю подзатопило, появились мутанты, вот они гоняют на гигантских китах. А против них сражаются чуваки на гигантских подводах. Это, блядь, какой-то, какая-то баротравма? Ну, типа. Не, ну там реально, типа, сражение, грубо говоря, органики и технологии. Блин, я обожаю этот посох. Так, давай еще Силдер название. Может, я что-нибудь подспомню. Soul Eater, Андрей? Что? Soul Eater. А. Это там, где школьники превращаются в оружие? Ну, часть школьников, да. Нет, не это. Оно было хорошее. Наверное. Что значит наверное? Оно было хорошее. Не наверное. Поэтому наверное. Ну, дальше давай. Хорошо, а там люди бьют друг друга? Наверное. Я не помню. Классное объяснение. Кулак Северной Звезды? Ну это же чуть ли не 80-е, может быть. Какая разница? Тебя знать, может, ты посмотрел в 2001-м и подумал, что типа, ну 2001-го. Просто старый рисовки. Full Metal Panic? Классное аниме, но нет. Это же там была серия, где типа был главный герой придет в школу вирус, его случайно разлили, они подумали, что этот вирус убивает, это просто вирус и кидает себе одежду. Не, наверное, не там. Это больше похоже на какой-то эйч.
Не, Full Metal Panic это, короче, там... Я, серьезно, я сюжет не могу объяснить. Там есть школьник, который воюет на ёбать, и там есть синеволосый школьник, который да, да, это оно. Это там был его... Там этот вирус был? Вот это значит, забыла серия. Подними меня. Ты класс, я бы еще знал, где ты там. Я вот... Всё, а ты меня не поднял, ты пёс. Сам ты пёс. Чё, да, что меня до этого уронили, блин? Меня опять уронили? А чё так больно? Меня не возродишь? Ты поднял? Нет. Ладно, восстану при помощи синтеза. Чё ты поебень, блин? Стоп, у тебя посох телохранителя Гривуса? Да. Я говорю, на джедая буду бить. Блин, что два раза воскрес. Я даже не в курсе, что за синтез трачу. Ну давай, Макс, давай дальше. Жги. Так типа я понял, куда идти. Ты понял, куда идти? Я не про это, я про аниме. А, Торика? Не, Торика аниме говно. А что так? Ну манга хорошая, но аниме слили. Ну тебе там начало нравится. Блин, как не спустя? Мы идем сюда, 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 и мне говорят, иди вниз. Как я вниз попаду? Ну просто Торика же аниме закончили на моменте... А. Как раз тут перед миром гурманов, так скажем. Ну да. А это мне не нравится. Подожди, а разве там типа второй сезон не было? Уже какой-то соревнование... А, или это было перед миром гурманов? Ну соревнование это как раз перед, перед самым миром гурманов. Угу. Хотя давай так, на самом деле весь мир гурманов по сути ее слит. В плане? В плане то, что его скомкали. Он должен, на мой взгляд, должен был быть хотя бы раза в два длиннее. Тебе Сома понравилось? Тебе Сома нравится, Андрей? Да, да, Сому пересмотреть, точно, Сому! Ты серьезно Сому хотел пересмотреть? Да! Блять, да ты меня этими смайлами заехал! Ты серьезно, ты хотел Сому пересмотреть? Да, 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 Макс, спасибо. Вот, помнили. Типа, Андрей, что за дичь? Да, и так, ну что, Сома не нулевые. Сома уже десятые. Здорово, Влад. Вы, товарищи, Бультан, будете играть? Вот что? Кого? А, Vampire, которая королевская битва. А, не. Я в обычный за Маскарейд думал играть. Но еще до него не скоро. А чё, Влад? Что за вопрос? Блять, Макс, ты на самом деле пока ты вспоминал то, что я хочу пересмотреть, насколько хорошо они вынадо, а что надо бы пересмотреть. Так я отлично разбираюсь в аниме. Полить отсюда надо тут какая-то жопа. Тут я не знаю, тут какой-то типа... Король протосов пришел. Зергов может? Да нет, он похож на протосов. Это гибрид протоса и зерга. Казимады Цинкикан. Я вообще даже не знаю, что это. Гакуно Гайден. Без понятия. Некий научный рейлган. Не, ну тогда надо индекс смотреть. Это про томы, которые женщин избивают. Серьезно, там аниме, в котором, типа, босс очень часто оказывается девушкой, а главного героя, типа, мега недрочибельная рука. И, чтобы, короче, разобраться с девушкой, он бьет ее по лицу со всей силы. Андрей? А? Ты слушал, что я говорил? Там про какую-то, про мега дрочила руку, которая бьет девушек. Ну вот, то есть, типа, есть вот такое аниме. Хвост феи. Возможно, но Андрей что-то гигантское не хотел. Призрак в доспехах.
Да, блять, мы уже выяснили, что нет, Андрей. Призрак в доспехах, Андрей. Я не приму твой ответ. Почему? Да, слушай, дичь. Тебе девятку нужно. Блин. А, или скрыло. Так, доделать нехер, военная рамка равно кринж. Военная рамка? Ну, Warface, наверное. А, Warframe. Ну тогда. Фрейм это рамка? А, ну в принципе можно. Почему кринж? Не знаю. По-моему, забавно. Ну ладно, дальше. Гадай, Максим, сука. Так, ты готов дальше идти? Рыцари Сидонии. Че? Рыцари Сидонии. Сколько у тебя это говно будет делать? Такое. Которое тебе нужно. Сутки, я ж тебе говорил. Сутки! Да. 24 часа. Че, это делать нечего? У меня хуёвый 3D принтер, китайский, Максим. Я так и понял, что у тебя хуёвый 3D принтер. Погнали на Европу. И нельзя. Вандред? Что-то знакомое. Мобили Сайдгун. Тоже не знаю, что это. Что за мобили Сайдгун? Максим, нельзя в Европу. В смысле тебе нельзя в Европу? Я русский. Но мы в другую Европу. А, ты в торговый центр имеешь в виду? Да. Не, потом Макс, в Еврадио заскачу. Макс, у нас реально есть такая, ну, относительно локальная торговая сеть, называется Европа. Окей. А, типа, Vampire Hunter D. Это что такое? Да, типа Хелсинг, только парень вампир, по-моему, с мечом. Ну, что-то типа этого. Серьезно, у меня такое ощущение, как будто я его не смотрел, но откуда ты его знаешь? Че, Влад, погнали с нами в Warframe. Не кринжуй, Влад. Чобиты? О, чобиты. Классное аниме, кстати. Там же главного героя озвучивает тот же чувак, который озвучивает Гинтоки. Нет! Кто, то есть, у меня другое главное воспоминание о чобита. Как он включал, типа, чобита? Только кнопка перезапуска, пиздец! Вот, я даже не удивлен, что Андрей только это запомнил. Не, я запомнил не только это, не надо! Ты только это и запомнил. Кто тебе поверит, блин? Так, Мелахолия Харуки Судзуми. Ну... Короче, Максим, давай, составь мне список, что нужно посмотреть, и скидывай мне в Телеграм. А почему я? Тут, ну а кто, Силдерн? Я ему свой Телеграм не дам. Ну я дам, ладно. Говорил. Я его забанил там сразу. Ты где ж список нужен? Ну да, составь мне список и... А я-то что должен составлять? Потому что ты мой друг, ты сам так сказал. И я поэтому должен список составить. Да. Stay focused. А ты будешь про бан людям говорить? Буду, если они будут нарываться. Ну ладно, если будут нарываться, смотрим. Список из двух пунктов хватит? Мало. Трех. Мало. Четырех. Тысяч? Нет, четырех пунктов. Ну, четырех тысяч. Слушай, если хочешь 4000, я тебе скину, типа, это, третий КМДБ. Или, чё там, чё, Crunchyroll, во. Там топ 4000 аниме с Crunchyroll. Где
Я кузан смотрел Ди? Ну. И че, и нормально? Вот видишь, у Силвера нет телеги. Так что, Андрей, расслабляй булки. Андрей? Отстань от меня, я расслабляю булки, я занят. Ты слишком сильно расслабил булки. Бульки. Аргента Сома? Так уж про Сома говорили. Разве он Аргента? Ну давайте так, на самом деле меня в поваре бойцы Соми бесит две вещи. 90% персонажей. Не, меня там бесит только один персонаж, ладно, два. Да ну. Да. Серьезно? Да. А, кстати, типа того коммерсанта тоже озвучит Гинтек. Какого коммерсанта? Ну, который типа из элитной десятки. А, ну давай так, он уебок, но он меня не бесит. Не, я просто к тому, я ж знаю почти всех, кого озвучил там Кацугит. Так что можешь каждый раз представлять, что это Гинтоки. Ну давай, гляди, меня бесит два персонажа. Это Эрина, и он тут уебок. Эрина, и он тут уебок. Какой уебок? Ну, который, ну, главный уебок этого аниме. Ножами этот пиписи. Слушай, а там, типа, продолжения нет случайно? Потому что, учитывая, как, типа, ни с того, ни с сего вот это появилось. Андрей, мне тут нужен ты. If the wardens detect you, they will surely initiate the execution. Так, ну реально, надо было заканчивать аниме на том, что главный герой побеждает Сукасу. Да, в элитной десятке, да. Там что-то, вот это вообще было ни о чем. А гляди, у главного героя две цели было на эту. На аниме победить Сукасу и сказать, чтобы Эрида сказала, что он готовит впустника. Аниме закончилось. А найти батю нет? А что его искать? Он сам периодически. Ну уж, по-моему, ну, победить батю, ну что-то типа этого. Ну да. Ну я к тому, что, ну, в первую очередь, это, типа, стать главой элитной десятки, типа. И чтобы Эйна сказал, что он готовит вкусненько. Аниме закончилось, он там был, не добился ни одной цели. Ну, типа... Ты знаешь, я вот Гигука смотрю, и он говорит то, что, типа, этот... Нынче аниме стало это рекламой манги. То есть, грубо, ни одно аниме не заканчивается как надо, а дальше нужно читать мангу. То есть, понравилось аниме, читай мангу. Ай, ёб твою мать, не убили. Так, где ты там? Скажи мне, а чем так миметичен сенатор Армстронг? Что? Сенатор Армстронг. Не понял. Какой сенатор? А? Какой сенатор? Армстронг, я говорю. Мимимичен? Мимитичен. Но чем он так мемит? Я даже не знаю, кто это. Ну, это, как я понимаю, это Metal Gear Rise аниме персонаж. Еще раз. Из игры Metal Gear Rising. Главный босс? Ну, там какой-то сенат, какой-то мужик в очках накачан. Да, он Армстронг. Да потому что он, типа, знаешь, такое, типа, злодей-злодей, который орёт, что, типа, ну, во-первых, он такой большой накачанный мужик. Ну, это я знаю. Вот, орёт про Великую Америку, вот, несёт какую-то пургу, и вот у него вот это есть, наномашин-сан. Машины, сынок, да? Да. Ну, типа, там его Райден начинает рубить, а там реально такой момент, я не знаю, как это объяснить. Ну, как в One Piece, типа, эту... А, ну да, это, во-первых, на волю из One Piece походит, когда он, типа, укрепляет все тело. Вот, и Райден такой, типа, мега-киборг, влетает в него, начинает просто лупасить миллиард ударов в секунду, как в аниме, и тот, и, типа, его с одной оплевухи отправляет на
100 метров, и такой, типа, это на машину, сынок. Понятно. Короче, мемный дядька. Да, он... Готов дальше? Алло? Андрей? Последнее занимая про слепого и однорукого самурая. А, слушай, про самураев этот. Как оно называлось? Самурай Чамплу. Где этот поц? Он сказал, отойдет? Я вернулся. А ты сказал, что отойдешь? Да. Ладно, поверю. Да, Макс, ну давай так, я не знаю, чем так всем Эрина нравится, но меня она очень бесит. Ну типа... Готов дальше? Да. Андрей, хорошее аниме Самурай Чамплу. Понятно. Просто даже когда главный герой рвет жопу, чтобы ей помочь, она выебывается. Ты готов? Да. Слушай, Андрей, я вот и говорю, типа, вот поэтому меня и бесит. Что тебя бесит? Так, наверное, вот это. Ну, типа, вот эти вот школьные аниме. Я говорю, там у всяких ЧСВС какого-то перепугу. Просто главный герой, это Сома ради нее жопу рвет периодически, и она там... Ну спасибо, помог, но я там надо была. Ты вообще говно. Ну это под конец только, и то, типа, наверное, автор такой, блин, надо будет еще что-то замутить, короче, продлить. Поэтому, ну вот, короче. Ты для меня все, я для тебя ничего. Тено, you are here to infiltrate data bots. Я пытаюсь ей помочь, она выебывается. Ну она типа выебывается. Что? Выебанистая. Она мразь. Уже она жестко. Она обладает одной особенностью, из-за этой особенности выебывается, что, блядь, типа божественный язык. Это да какая-то гиперспособность. Так я тебе уже говорил. Это шаринган этого аниме. Я тебе говорю, хоть пусть божественная пизда. А, да, Андрей, аккуратней. Ну вот. Вообще я предлагаю аниме про куртизанок. Про кого? Про куртизанок. И вот там как раз вот это и будет. Божественно. Так есть. Ну давай, это межвидовые студенты. Не, ну там не те куртизанки. Ну ладно, хорошо, сойдет. Практически куртизан. Опять! Я, сука, представил! Я победил его техникой божественной вагины! Да! В 3000, ибо я знаю технику адского кулерингуса! Я так понимаю, зашло. Я могу вынюхать твою точку G со 100 метров. Не, ну я посмотрел это аниме. Ну все, делаем, Андрей. Включаю второй гир. Ага, сразу третий. У нее гир третьего размера и свой натуральный. Я бы посмотрел. Давай, Макс, я не могу, к сожалению, но ты пиши письмо в Японию. А я могу написать письмо в Японию? А вот ты почему нет? А почему да? Ну... Ой. Как, вроде как Чехия с Японией нормально. Ты уверен? А ты хочешь сказать, враждуют? Без понятия. Я там случайно сигнализацию поднял. Ну... Для тебя это нормально. Что за оскорбление? Возьму и как и не напишу в Японию.
Да блин, как туда попасть? Пиши самому крутому мангаке, помню, там, Вану пиши. Вану? Вану? Как тут попасть выше? Кто придумал эту локацию? Вот. Да я не понимаю, как выше попасть. Короче, данные удалены. Тут СЦП. Я пошел дальше ломать. Акварион? Что за акварион? Так, ты знаешь, что в СЦП была цивилизация сверхразвитых китайцев древних, поклоняющихся драконам? Еще с ними. Че, Максим? Еще с ними стало. Ну, их победили. Другие китайцы не сверхразвитые. Какие-то странные вещи ты рассказываешь. Никто не смеет побеждать, никакие китайцы. Макс. Чё? Если тебе интересно послушать какую-нибудь забавную фигню, ты же говоришь, что иногда ты послушаешь там всякие подкасты и так далее. Ну, допустим. Послушай рассказы по Искаба этого отдела антимимит. Анти кого? Ну, из хаба отдела антимимитики. Они есть на канале Мистери Баскет, они их озвучивают. Там забавные истории были. Как там, допустим, один из этих из ученых боролся с мим-агентом, который высасывает, нападает на умных людей и высасывает у них все воспоминания. Афросамурай, окей. Чё Афросамурай? О, есть такое аниме Афросамурай. Я знаю, что есть такое аниме. Ну вот. Афросамурай. А есть это... Азиата-самурай, европейский-самурай? Есть. Ну, типа ты хорошее аниме хотел. Принцесса Туту, вообще не знаю, что... Я помню, я не помню, как аниме правильно называется, но там типа принцессу звали Лошара. Я знаю, как аниме называется. Как? Называется Ракетубаку. Нет. Это у нас принцесса? Нет, ты у нас Лошара. Ну, тогда получается ты. Как подняться наверх, если по лифту? Прошу, ты нажми на лифт. А где лифт? Подожди, а ты до сих пор там, что ли? А, я внизу. А, вот лифт, точно, кнопка. Меланхолия уже говорил. Это кто? Кошачьи прихоти, Андрей. Так, я даже это загуглю. Я думаю, это что-то типа Нисикой. Нет. Хотя... Хотя... Ну посмотри порно-версию. Так, тут есть девушка с двумя высшими образованиями. Mm-hmm. Уже интересно. Я думаю, там только такие девушки. Главный герой, естественно, похож, как всегда... На Свахайлера. Ну, ладно. И, Макс, я вот просто вот думаю. Если я создам... В паке по своей игре тему «Назовите имена главных героев, из какого они аниме», вы застрелитесь. Да. Ты лучше этот... ты персонаж-то подготовил? Это с собой? Нет. А будешь готовить? Буду. Когда? Возможно, завтра. И напишу тебе лор. Окей. Лор? Бэк? Ну, не лор это, квенту или как там. Да, квент. Лор. Я тебе напишу просто. Да, ты мне мой собственный лор, типа, напишешь. Я тебе просто скину это, рулбук по Starfinder'у. Да.
Именно по Starfinder? Да. Мой персонаж из будущего. Понятно, все с тобой. Я думаю, как называется моя таверна, ты уже можешь догадаться. Deep Rock? В смысле? Я ж тебе писал название. Мне писал название таверны? Я тут да. Что-то про бездну помню. Бездна, да. А. Значит, помню. Ну, а как? Я думал, бездной называется пиво. Не, пиво называется червоточиной особой. Забыл? Я не запоминал. Так. Клонат. Андрей, клонат смотрел. А, надо еще что-то захотелось пересмотреть по размеру. Прикольно, есть еще этот. Angels Beats. Английский ритм? Да. Это. Я знаю это название, я его не смотрел, я не знаю, что это. Ну теперь знай. Нам на улице. Так, расскажи мне про что это. Да слушай, там, типа, чуваки сдохли. Оказались в загробном, ну, чистилище. Они должны смириться со своей школьной жизнью, потому что, по-моему, у них ее не было. Вот, тогда они смогут, типа, нормальными быть. Но там братва, которого возглавляет Харуки Судзуми, сказала, а в жопу. Вот, и они противостоят другой девочке, которая, типа, ангел из Евангелиона с Якиполем. Слушай, давай на выход! Меня тут бьют. Спасибо. Андроид Кикайдер! Вообще не знаю. Шинзо, не знаю. Хикару Го. А? Не думаю, что Андрей смотрел Хикару Го, это спортивное аниме. Это про то, Андрей, как играет в Го. Потомки тьмы, не знаю. Инуяся. Ты смотрел в Инуясю? Юную Асю я не смотрел. Это старое. Так, кровь три единства. Нет. Я гуглю. Блин, что-то какое-то аниме я вспомнил и забыл. Ганс. Смотрел Ганс? Это... который Христиан Андерсон? Ну, можно и так сказать. Не смотрел. Это, ну, типа, сложное аниме, но в какой-то момент там есть момент, в котором... девчонка приходит к парню и говорит, мне негде жить, я буду твоим питомцем. То есть, типа, она для него пес. Вот, и он думает ее трахнуть. Он говорит, ты будешь трахать своего пса, и парень завис на всю ночь. Что такое там было? Сука. Интересно, интересно. Не, так-то сюжет другой, там типа... Не, давай так, если бы моим псом была высокая стройная девушка с большой грудью, я бы задумался. Ну там что-то такое, да. Да нет, на самом деле жесткое, там в стиле Terraformers, наверное. Готов? А ты там мне ничего не крафтишь, не надо тебе снарягу поменять. Улучшение время. Поставить. Чё? Время, ты видишь? Да еще одну миссию успею. Готов? Ты мне ответишь или нет? Очень тупую шутку, можно? Нежелательно. Я вас сразу предупреждаю, если вы думаете, что вам удастся сделать зачетные селфи-фотки на фоне ярдина гриба... Не продолжай, я, по-моему, ее слышал сегодня. Да. Или от электромагнитного импульса. Да. О, было прикольное аниме. Последний изгнанник, типа этого. Типа Last Exile. О, очень прикольно. Так что можешь оценить по возможности? Смотри. Изгнанник не смотрел? Нет. Блин, я вот тут давно не видел. Это пиздюк на самолете. Ты загуглил, что ли? Да. Ну там не совсем самолет. А чё это?
Ну, типа, это... Не знаю, антиграф какой-то. Ну, там просто технологии совершенно другие. Тут какой-то есть ебанутый блондин с очками. В черно-белых перчатках, найс. Возможно. Не, реально говорю, типа, очень прикольно. Ты вообще играешь? О, тут есть Лоля. Найс. Слышь, Лоля. Мы играем так. Нам точки серьезно? Захватывать, Андрей, надо. Я думал, мы советуем Андрею аниме. Мы, Андрею, параллельно, мы играем в Warframe, как Андрей мне обещал, блин. Я разве не играю в того Warframe? Не знаю, ты типа аниме себе рассматриваешь. Повар, боец, Сома. Чё поезд, боец, Сома? Что ты сказал? Поезд, боец? Поезд, боец. Поезд, боец, блин, захватывает точки или обороняй там. Это самолет. Он меня убил. Кто тебе поверит, блин? Я рядом с тобой лежу мертвый, Максим. А. Ты серьезно убил самолет? We have lost control of the tower. Ты можешь стрелять? Точки захватывай. The enemy is dominating. You must capture a tower and quickly. Neutralize. Давай, Андрей, упай всех! Меня убили роботы. Серьезно? Блять, такой Гривус ко мне такой, здоров, ёпта. Hello there, блин. Давай, Андрей, блин. Не уважай. Типа, аккуратней, блядь. Уж мы проигрываем. Не ебуть. Это уровень слишком высокий для меня. Возможно. Я одного пехотинца в рукопашку еле убить могу. А ты прокачивал свое оружие? Нет. То есть вообще туда я ничего не ставил? Нет. Почему? Мне лень разбираться. Андрей, блин. Ну ладно, после этого левела, после этого поставлю, обещаю. Возможно. Ну что, мы победить тут не сможем. Я умер, если что. Да я понял. Уже один, я не могу за двоих тут. Чё, кто где-то? Ну то есть этих пехотинцев просто убивай. Чё, сложно, что? Можно я тебя убью, Максим? Тебя убить. Портой! Ты там живой? Пока да. Качай, Андрей, качайся! Ты экстерминатус какой-то ходит. Кстати, я вот подумал, вот, ты сказал, что это, типа, девушка ему, типа, ты хочешь трахнуть своего пса, или что-то такое сказала, да? Ну, домашний питомец.
А знаешь, что надо было, что я ответил? Че? Да я да, Фил. Всегда готов. Эх, Андрей, проиграли. Да, да, да. Че, да, да, да. Это все ты, это все ты виноват, ты плохо играл. Ты плохо играл? Потому что ты ничего не прокачал. Иди прокачивай. А так, стрим, всем спасибо. Андрей, запомнился аниме? А? Запомнился аниме? Да. Хорошо. Все, давайте, пока. Надо пересмотреть тому межвидовых рецензентов и пиратов Черной Лагуны. Я все запомнил. Нет, там более крутые аниме были. Все, пока, до скорых встреч, еще увидимся. Все молодцы. Так вот. Андрей Гаденыш. Да.